Здесь идет подготовка к свадьбе моей тети. Мои ощущения, волнения, переживания. Я и счастлива за тетю, то, что она нашла свою вторую половинку, то, что именно в этот день она станет счастливой. Он у меня очень веселый, компанейский. Сейчас очень переживает, наверное, едет уже. Очень внимательный. Заботливый. Ждем невесту, ждем начала праздника. Сейчас в ЗАГС поедем. Вот, сейчас посмотрим, какое платье она выбрала. Она его так скрывала тщательно. Ну что, дорогой, ну сегодня такой знаменательный день. Готовились вы к нему очень, мы с вами. Ты счастлив? Да, да, отлично. Ты готов Валюшку взять в жены? Готов. Ну, а я что могу вам пожелать? Ну, чтобы вы долго жили, счастливы, любили друг друга, уважали. Ну, будете вы счастливы, буду я счастлива. Знак любви к вам на сегодняшний день. Надеемся на друг друга.
объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Вручаю вам государственный документ семьи, свидетельство о заключении брака. Мы вас поздравляем. Будьте счастливы. Спасибо. Уважаемые гости, я поздравляю вас с этим замечательным событием. И приглашаю поздравить супруга. Центр зала, пройдите, пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, вы готовы встречать самую красивую, самую яркую, креативную и любящую пару планеты? Да! Сейчас и жених, и невеста, ура! Да! Друзья, это наши молодые? Да! Точно? Да! Тогда вопрос, ребят, к вам. Обещайте друг друга любить, ценить, уважать и никогда не обижать. Да. Ура! Обещайте друзей, родственников, мамочек не забывать в смс, WhatsApp, что-то им писать. Конечно. От самых близких и любящих от ваших мамочек. Проходите под аплодисменты пиротехнику и кислочки. Дорогие наши дети, ну вот и совершилась ваша мечта. Вы любите друг друга уже давно, мы знаем. Сегодня вы скрепили свой союз. Вот я вам желаю от души, чтобы союз, который называется брак, через много лет не стал привычкой, а стал вот настоящим вашим таким любящим союзом. Любите друг друга, уважайте друг друга, жалейте. Мы всегда с вами. Всегда вам поможем. Счастья, любви. Ура! Ура! Уважаемые, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, а кто будет главой в этой семье, Артем или Валя? Валя! Мне понятно, что ничего не понятно. Есть сторона-то наша. Старая, добрая, русская традиция, да? Мы сейчас решим. Валь, хочешь, подержу? Вы будете кусать сейчас, да. Сейчас ребята будут откусывать этот каравайчик. Те, кто у нас болеют за невесту, кричат: «Валя, Валя, давай!» Да, те, кто болеет за жениха, кричат: «Сыночек, вперед!» Это шутка, да. Все, давайте. Итак, все вместе дружно болеем, а ребята откусывают, а мы посмотрим, у кого будет кусочек больше, тот и будет главой в семье. Поехали! Поехали! Артем! 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 Артем!
Я предлагаю каравай вернуться чуть позже. Я не понял, кто будет главой этой семьи. Сейчас, ребят, посолите друг другу. Солите много, потому что это последний раз. Дальше только любимый мой сахарой, можем умывать. Спасибо, пожалуйста, завтра. Доброе утро. Знатно насолил Артем. Да? Покормите друг друга. Он знал. Ой, сейчас, наверное, Вале будет вкусненько, да? Какая вкусная соль, да? Йодированная. Тема хорошо сделала. Ну, а все, дальше хорошо. Дальше все, только любимая, любимая. Шуба, машина, дача, квартира, все, да? Так, это можешь положить. Мы вернемся к кровати обязательно чуть позже. А, мама сейчас нам даст бокальчики запить, да? Ну, ребят, просто проголодались, целый день гуляли, фотографировались, поэтому немножко надо, да. Посмотрите друг другу в глаза. Посмотрите друг другу в глаза. Загадайте свое самое-самое заветное желание. Мое догадание. А да, тебя загадали? Да. Вот теперь выпиваете эти бокальчики до дна, вначале звон бокалов, до дна, и потом через левое плечо, я всегда показываю, лево здесь, лево вот здесь. Там немножечко сделаем коридорчик, потому что ребята у нас, да, профессиональные стрелки, могут кому-нибудь попасть куда-нибудь. Да. Готовы? Все, давайте до дна выпивайте, и потом, друзья, мы вместе посчитаем раз, два, три, и ребята уже на три, да, бросают эти бокальчики назад. Звон бокалов, да, чтобы ваше желание обязательно сбылось и приумножилось. Так, и, друзья, помогите мне все вместе. Раз, два, три. Огонь! И вот с этой прекрасной ноты, уважаемые гости, мы вас всех приглашаем в ресторан. Да, ребята приготовили замечательный красоты стол для вас, поэтому милости просим, проходите, не стесняйтесь. У нас есть к вам предложение. Как только вручили букетик, не уходите, подождите, не уходите. Букетик вручили, встаньте рядом, посмотрите на нашего фотооператора, Андрей, его зовут, и сделайте фото на память. Мне нравится, у нас жених Артем, он когда не смотрит в объектив, он улыбается. Когда смотрит в объектив, не улыбается. Артем, делай все наоборот. Ты сейчас будешь отдавать букетики, чтобы в клумбу не превращаться? Да. У меня в руках вот такая замечательная книжечка пожеланий, видите? А, как показывает опыт и практика ведения мероприятий, если я ее положу где-нибудь на столе, про нее все забудут. И к концу вечера она будет точно такая же, как и сейчас. То бишь, пустая, понимаете, да? Поэтому у меня есть предложение. Давайте мы ее пустим по столам, да? Каждый что-то напишет, передал дальше. Напишет, передал дальше. Договорились? Вот, начнем мы, наверное, пожалуй, Татьяна, если вы не против, с вас можно? Я здесь, вот за это я люблю свою работу. Да, с микрофоном подходишь, все смотрят в одну сторону, а ты с другой стороны. Да, ну ладно, вы не первая, поверьте. Держите вам книжечку пожеланий. Да, прям пару слов можно ребятам что-то написать, да, какое-то пожелание. Дальше, 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 и потом передаете вот стольку номер 5. О, я наконец-то у вас циферку увидел, вот пятерочка ваша. Я тоже не видел. Как же приятно видеть улыбки на лицах гостей, на лицах нашей замечательной новоиспеченной пары. Как я и обещал, я вас разделю сегодня на две команды. А именно, вот ваш стол и ваш стол. Вы сегодня все сторона жениха, понятно? И не важно, кто с какой стороны пришел. А вот ваш столик, да, мама Лариса, вот Арина, да, Станислав, Вика, да, вот все. И ваш столик, столик номер 5, вы сегодня будете топить за сторону невесты, ясно? Все. Вот чья сторона сейчас, первая, наполнит бокальчики и поднимет их вверх повыше, что я видел, что вы готовы к первому тосту, та от меня получит первый балл, скорее поднимаем бокалы! Сейчас, мы подождем. Вижу, Сергей, вот, вижу. Не вижу.
Вижу, вижу, не вижу. Вино? Да? Пожалуйста, я по совместительству официант, своди еще чуть-чуть. Вот так, опа! Стоп, музыка! И благодаря вот этому прекрасному, замечательному столику, да, у нас побеждает сторона невесты! Молодцы! 1-0! Вань, ну так уж получилось, да, тут немножко припозднились. Мы же все понимаем, Москва, мегаполис, пробки, да. Пока Сергей за Еленой ухаживал, тоже про себя забыл, да. Все, уважаемые гости, разрешите мне на правах ведущего, они уже щекаются, смотрите, у них своя свадьба. У вас там своя свадьба, да, столик номер 2? Мы еще даже тост не сказали. Не, ну чокайтесь, чокайтесь, ничего страшного. Под всплеск шампанского в бокалах, под всплеск игривого вина. Законным браком поздравляем, желаем счастья и добра. Полнее бокалы мы нальем, и первый тост готов. За молодых, за счастье пьем. Друзья, давайте все вместе. Совет вам, да любовь, конечно. Вот теперь можно поднять бокалы, звон бокалов, друзья. И на 3-4, ура нашей новоиспеченной паре. 3-4, ура! Все, друзья, вечер только начинается. Check it out, you be cool, let me see it. Tracks on racks, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, to the hip to the hop, then the front to the flap. Every single line on top. А продолжите, пожалуйста, фразу. У нас в России закон простой. Между первой и второй. Вот Станислав, там я прям слышал его. Давайте Стасу подарим аплодисменты, профессионал. Стас, тебе набор вот таких гребней для волос. Да, есть что расчесывать еще, слава богу, да, как говорится. Поэтому хочется предоставить следующее слово для поздравления. Давайте, командиры, наполняем бокальчики, не стесняемся тоже. Переживает, волнуется. Переживает за то, что отдает единственного сына, друзья. Это наша прекрасная, очаровательная, замечательная мама нашего жениха. Ирина, встречайте аплодисментами! Дорогие дети мои, Валя, извини, но сначала я хочу обратиться к своему сыну. Я тебя создала из любви и страсти. Из мечты, из надежды, из веры своей. Я тебя создала из огромного счастья, острой близости двух непохожих людей. Я укрою тебя и крылом, и молитвой. Угадай твой голос за 1000 верст. Я приду к тебе даже больной и разбитый. Даже если никто не придет. Я пойму, когда совершишь ты ошибку. Я прощу, даже если никто не простит. В этом мире суровым, коварным и зыбком моя верность от горя тебя защитит. Все печали твои, горе, слезы, все б взяла на себя, если б только могла. Чтобы в жизни твоей вечно длилась весна. Ты во мне, ты вокруг, мы единого части. Моя жизнь, хозяин и господин, мое самое главное женское счастье. Мое чудо, мой ангел, любимый мой сын. Но сегодня я хочу и обратиться к ним к обоим. Я уже Вале говорила, что сегодня я скажу: здравствуй, дочь. Наконец-то я вступила в свои полноценные права. Я вас очень люблю обоих. Желаю вам только счастья. Мою мечту вы знаете, я жду ее. Они, ребята, понимают. В общем, любите друг друга, понимайте друг друга, прощайте друг друга, будьте верными друг другами. Ну, а мы всегда с вами. Все, я вас люблю. Коров,
коробочка слишком маленькая. Мама такой конверт принесла, что не влезает, поэтому да, пиджачок. Аплодисменты, друзья, маме. Спасибо огромное за эти замечательные, теплые, добрые слова поздравления. Мне кажется, прозвучала самая главная, на мой взгляд, фраза, да? Мама сказала: «Доченька», да? Вот это самое главное. Еще раз аплодисменты и звон бокалов за наших молодых, за это прекрасное поздравление. Небольшой маленький ликбез, как правильно пользоваться микрофоном, чтобы вас было хорошо слышно и на видео тоже. Договорились? Смотрите внимательно. Берете микрофон под 45 градусов и подносите его близко ко рту. Вас будет прекрасно слышно. Не нужно делать вот так, потому что вас не слышно. Не нужно делать вот так, вот потому что вас опять же не будет слышно. Договорились? Все поняли, да? Все, вот Ника молодец, вот она точно поняла. Все, предлагаю продолжить наш марафон поздравлений. У нас прекрасная, очаровательная, очень скромная, которая, кстати, безумно вкусно готовит. Встречайте бурными, яркими аплодисментами. Это мама нашей красавицы, невесты Лариса. Друзья, аплодисменты! Я прилетела с Крайнего Севера, чтобы поздравить моих дорогих Валюшку и Артема с этим днем. К сожалению, Вален папа не смог приехать. Чего? Он прислал поздравления. Ура! Поцелуем, поцелуем, конечно. Поцеловашки, обнимашки, да? Друзья, давайте маму поддержим громким «Ура!» на 3-4. 3-4! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двадцать, пятьдесят, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, восемь, девять, девяносто, девяносто, девяносто пять, девяносто шесть, сто, сто десять, сто двадцать, сто тридцать, сто тридцать. Хорошо. Уважаемые гости, разрешите мне внести некие изменения в регламент проведения нашего сегодняшнего праздника. А именно, ребята только начинают свою официальную, так скажем, совместную жизнь. Правильно, Вань? Да? Поэтому ребятам мы сегодня горько больше не кричим. Они еще до конца своей жизни нацелуются так, что у них губы без ботокса будут как с ботоксом. Понятно? Мы сделаем иначе. Те, кто пришел сегодня на праздник парами, муж, жена, молодой человек с девушкой, да, там, я не знаю, неважно как, вы встаете, поздравляете нашу молодую пару, и потом вам мы уже кричим горько. А? Как вам идея? Хорошо? Ну, смотрите, когда ребята целуются, они делятся своим счастьем, делятся своей любовью. У нас сегодня праздник любви, почему бы нам тоже немножко не поделиться? Я правильно говорю, да? Все, договорились, вам сегодня больше горько. Не кричим. Дальше. Я вот на вас на всех смотрю, 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 и никак не могу понять. Вот кто-то сидит, ну, это я сейчас про Ваню, да, сидит, улыбается во все 32. Настроение вот. А кто-то пока серьезненький, так кушает, что-то там молчит, присматривается, да? Я хочу спросить, все ли пришли сегодня на праздник в хорошем настроении? Прям так уверены, да? Давайте быстро проверю. Кто пришел в хорошем настроении, пусть похлопает в ладоши. Это только начало, да. Давайте по-другому. Кто принял, выпил накануне, пусть похлопает в ладоши. Ой, ты мои молодцы. Да кто бы сомневался, стол номер 4 впереди планеты всей, да? Хорошо. А кто помылся накануне, пусть похлопает в ладоши. А я смотрю, некоторые все-таки грязненькие, с поезда. К ребятам на свадьбу, да? Ладно. Кто пришел сюда с женой, пусть похлопает в ладоши. Ну, наконец-то, Артем, для тебя проверочка была, конечно.
Да. Ладно, давайте еще раз. Кто пришел в хорошем настроении, пусть похлопает ладоши! Все, я надеюсь, что вот это прекрасное, боевое и веселое настроение нас не покинет сегодня до конца всего нашего мероприятия. Уважаемые жених и невеста, мы коротко вам скажем. У нас было недавно 50 лет, как мы прожили вместе. И мы желаем вам того же и чуть-чуть еще прибавить. Ура! За вас, да. Спасибо большое. Ура! Александр и Тамара, Александр, подождите, не присаживайтесь. Мы же внесли некие изменения в регламент, да? И я очень надеюсь, что вы откроете вот этот марафон Горько гостей на нашей свадьбе. Да, сейчас Тамара бросит подарочек, да, и сейчас вот я жду, как дядя Саша покажет, как надо, да? Куда, куда, куда? К Александру, конечно. Горько, прекрасный, замечательный парень! Горько! Горько! Вкусненькая. И похлопала, и обняла, и поцеловала. Да, спасибо вам огромное, что вы сегодня здесь вместе с нами. Итак, внимание, первый танец молодых. Поддержать аплодисментами! Она только с тобой, и не нужен мне никто другой.
Друзья, поддержите аплодисментами. Сколько нежности! Сколько было романтики в этом прекрасном, замечательном танце, совмещенном с динамичными, веселыми танцами. Браво, ребята, молодцы! Ну что, вот сейчас можно прям похлопать жениху и невесте! Артем, Валь, вы довели ползала до слез просто. Что теперь с ними делать, я не знаю, потому что столько салфеток у нас нету. Но браво, вы действительно молодцы. Давайте, ребята, все вместе дружно крикнем. Молодцы! 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 Действительно, чувствуется, что готовились. Прекрасное выступление. Ну что, уважаемые гости, а нам хочется сделать небольшую паузу. Буквально несколько минут можно пойти поправить здоровье на улице, размять легкие, диафрагму, да? И буквально через 15 минут мы снова встречаемся здесь, потому что вот эта пауза будет такая же короткая, как и количество лайков в Инстаграме в воскресенье. Все, друзья, а у кого есть желание, можно чуть-чуть потанцевать. Я веду тебя, как клятву на стенах в подъезде. Помнишь рисунки со звезды? Мы приехали с диджеем чуть раньше на мероприятие, и на каждом стульчике, который присутствует в этом зале, мы наклеили стикер в виде лайка. Это маленькое красное сердечко. Куда полез, я все вижу. У меня 4 глаза. Ваня, я про тебя говорю. Да, маленькое красное сердечко. Только лишь на одном лайке написано название суперприза. Я вам сразу говорю, не надо нести мне пустой красный лайк с двух сторон. Только с названием, ясно? У вас будет ровно, подожди, подождите, куда полезли. Я все вижу, у меня 4 глаза. Да, ровно 15 секунд. Ваша задача найти лайк, принести его туда, вот ко мне, к диджею. И я под аплодисменты вручу этот приз. 3, 2, 1, поехали! Скорее, скорее, друзья! Остается 10 секунд! 8 секунд! Стоп! Стоп, музыка, друзья, остановитесь. Да остановитесь, это шутка была. Нет никаких лайков, ну вы что? Ну просто пошутил, да. Зато смотрите, сколько улыбок на ваших лицах сразу, да? А Ванька, да, чувствуется с ненавистью на меня сейчас смотрит такой. Ну ладно, тамада, поговорим с тобой после банкета, да? Нас тут вон целый стол сейчас возьму. Как зовут, хочу познакомиться. Паш, тебе за рвение к победе. Вот держи вот такая штука и аплодисменты всех присутствующих. Ну что ж, а мы будем потихонечку плавно двигаться вперед. И у нас сейчас будет групповое поздравление. Андрей, это не то, о чем ты сейчас подумал, нет. Это когда просто будет поздравлять группа людей, да. А именно это будет вот этот замечательный столик под номером 2, друзья. Давайте встретим бурными аплодисментами Арина, Стас, Вика, Тима, еще одна Вика, Дима и тетя Таня, Юля. Все, я вас всех приглашаю сюда поздравлять нашу молодую пару. Сейчас будет поздравление. И, насколько я знаю, поздравлять за всех будет Виктория. Дорогие Валя и Артем, поздравляем вас с рождением вашей семьи. О семье говорить старомодно, и слова эти слышно все реже. В нашем мире ценнее свобода, чем забота, терпение, нежность. В суете современного века нужно смелость иметь и отвагу, чтобы довериться человеку и связать себя узами брака. Любви вам, удачи, всего самого-самого хорошего. Мы вас любим и всегда ждем в гости. Я хочу пожелать, чтобы вы никогда не ссорились, любили друг друга. И жили и до старости вместе. Ой, дорогие молодожены, в этот торжественный день все мечты, которые задумали, чтобы в будущем все сбылись, чтобы жили счастливо, здоровья побольше. И самое главное, чтобы жили душа в душу. Валя и Артем, поздравляю.
с этим знаменательным днем. Это день, который меняет вообще очень траекторию судьбы каждого человека. Это день свадьбы. Вы вступаете в новый этап. Я хочу пожелать, чтобы этот новый этап был полон сюрпризов, открытий себя, мужа, жены, каких-то интересных событий. Но это все взаимоотношения. Я вообще верю, что муж и жена, они находят себя где-то не здесь, а на небесах. Как бы. Ну, риторически, но я в это верю. Поэтому в этом есть какой-то смысл. Я надеюсь, что, прожив этот долгий путь, вы найдете этот смысл, а потом расскажете нам. Все, все поздравили, тогда подходите, конечно, обнимайте, целуйте, поздравляйте, шепчите на ушко свои слова поздравления. Арина, не торопитесь, Стас, не торопитесь уходить. Подождите, подождите, стойте, куда? Да, мы всех провожаем, кроме вот Стаса, Арины, Вики и забыл, как зовут. И Дмитрий, да. Ванечка, да, садись, это сейчас 18+, начнется. Да, я не просто так попросил остаться две замечательные, прекрасные... Ты куда смотришь-то? У тебя жена с другой стороны, да. Не просто попросил остаться эти две прекрасные, замечательные пары, потому что это как праздник любви, можно повернуться к нам лицом, да? Или в камеру, вот в камеру лучше, да? Вот смотрите на камеру, он Денис, видите, где Денис, да? Горько этим прекрасным двум парам замечательным! Горько! 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 А Дима молодец! Все, друзья, спасибо огромное, присаживайтесь, давайте звон бокалов за сказанное поздравление. Я буду потихонечку продолжать открывать секреты нашего вечера. Не знаю, может кто-то из вас знает, может кто-то не знает. Ну, наверное, вот старшее поколение, думаю, знает. И Артем, и Валя знакомы с первым лицом страны. Знали об этом? Да, с Владимиром Владимировичем вы знали, да? Вот мама знала, конечно. Артем, я знаю, ты созванивался сегодня с Владимиром Владимировичем, не получается, да, подъехать у него? Никак. Но Владимир Владимирович сказал, позвоните мне, давайте прямой телемост, да, то есть с Кремлем. И я, говорит, ребят, поздравлю, не проблема, почему бы и нет. Поэтому сегодня у нас вместо телеканала РЕН-ТВ, да, то есть никакой криминальной России, каких-то там, да, вот этого новостного блока не будет. У нас сегодня будет свадьба ТВ, да. И сейчас вот на этом свадьбе ТВ мы выйдем, так скажем, на прямую трансляцию с Кремлем. И нас поздравит Владимир Владимирович Путин, друзья. Все, внимание на экран. Подарите аплодисменты, президент идет вообще-то, да. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Владимир Владимирович, что можете сказать про нашу замечательную молодую пару, про Артема, про Валентину, про молодых, про друзей, про родственников, которые здесь сегодня присутствуют на этом прекрасном празднике? Вот пару слов скажите. Со многими из них я дружу. Угу. Лично, в течение многих лет. Так. И очень рад этому. Нам нужны такие люди. По всему миру ищут таких людей. Владимир Ильич, мы знаем ваш плотный график, и вроде как не получается подъехать. Ну, может, все-таки заедете так на минутку, хоть рюмашечку поднимите там за ребят, поздравите, пару слов скажете. Обязательно приеду. Спасибо вам большое за приглашение. Владимир Ильич, вы не против, что мы вот в этом банкетном зале празднуем, а не в Кремле, как вы ребятам предлагали? Обозначьте свою позицию, пожалуйста. Меня просили обозначить свою позицию. Я не против, но нужно, чтобы на уровне Министерства культуры, с привлечением экспертов, с музейных работников. У нас тут таких ползала, не переживайте. Владимир, а какой лучший напиток сегодня употреблять? Кока-колу, вино, морсик, что вот вообще? У нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Владимир Владимирович, ну не все же пьют водку. Но мы будем к этому стремиться. Все, понял, хорошо, вопрос нет. Тогда такой вопрос. Что можете сказать про нашу красавицу-невесту, про Валю, да? В ее лице, про всех прекрасных, очаровательных дам, которые сегодня находятся на этом празднике любви, тоже скажите. Когда, знаете, иногда сталкиваешься с такими вещами, так и рука сама тянется. Артем, слышал? Когда такую красоту видишь, рука сама тянется. Мне это очень приятно. Аплодисменты, спасибо. Друзья, это было поздравление от Владимира Владимировича.
И я надеюсь, что все мужчины сейчас меня поддержат. Давайте поднимем бокалы, во-первых, за невесту, за красавицу Валю. И за всех прекрасных дам. За наших дочерей, за матерей, за тетушек, за бабушек, за наших жен, за наши просто вторые половинки. Мужчины, все готовы? Нет. Сейчас, говорит, подожди, коньячку налью. Нет, сказал Иван и налил всем нам стакан. Да, и налил всем по 100 грамм. Молодец, вот сейчас отлично. Такие рифмобольчики будут сегодня, да, еще. Вот теперь все готовы, мужчины, да? Готовы? Разминайте, разминайте этот свой аппарат, вот этот, да, чтобы можно было говорить. Все, давайте, за прекрасных дам, звон бокалов, и ура, друзья! Ура! Александр и Надежда! Дорогие Артем и Валентина, мы хотим пожелать вам в этот торжественный день всего самого наилучшего. Вот, любить друг друга, уважать, главное уважать. Будет уважение, значит будет все. Ну и долгих лет жизни и всего, чего хотелось бы вам добиться в жизни. Ну, внуков, бабушки, соответственно. Ну и вот. Поздравляем вас. Все. И невесте хочу пожелать женского счастья. Надежда была как никогда многосклонна в своем, многословна в своем поздравлении, да? Но все равно, самое главное, женского счастья, да? Сказала и сказала, молодец. Вот сейчас я разыграю приз, и приз получит тот, кто мне скажет последнее прилагательное, какая это пара. Прямо вот поднимайте руку и кричите. Да. Красивая, молодец. Красивая, раз. Красивая, два, да. Ой-ой-ой, лес рук, сейчас буду бегать, да. Обворожительная, молодец. Счастливая, обаятельная, восхитительная, неповторимая, свежая. Свежая, хорошее слово. Сногсшибательная, привлекательная. А, сказали. Очаровательная, любящая, замечательная, изысканная. Обаятельная было, изысканная. Веселая, раз. Умная, раз. Таня издевается над ведущим. Умопомрачительная, раз. Креативная, Юля. Удачливая. Удачливая, раз. Ваня, хорошая, раз. Хорошая, два. Стабильная, раз. Станислав. Замечательная. Ой, сколько, все хотят суперприз, да? Пока трезвая. Хорошо. Потрясающая. Вдохновляющая. Как? О, пошел креатив. Безбашенная. Любвеобильная. Добрая. Изысканная было. О, тише. У нас профессионал на празднике. Это Ваня. Сексапильная пара. Раз. Вань, молодец. Тебе отдельные аплодисменты. Богатая, согласен. Не бедные ребята. Семейная. Раз. Семейная, два. Как вас много. Работящая. Она туда же говорит. Процветающая. Спортивная. Милая. Кричи. Красивая. Крутая. Отлично. Всемогущая. Раз. Всемогущая. Два. Любимая. Даня. Креативная была. Огненная. Чуткая. Кто поднимал? Да. Как? Нежнейшая. Принял. Мудрая. Милейшая, слушайте, какие подхалимы у вас тут собрались, а? Изысканное было, по-моему, нет? Модная, умничка. Чумачечья. Спортивное было, чумачечья. Популярная. Ой, что ж такое-то, никак не продам. Воспитанный, молодец. Вдохновляющая. Как? Умная было. Пробивное, супер. Сильная, раз, сильная, два. О, как? Семейное было. Сам с собой торгуется. Неповторимое, безбашенное, креативное. И все те, которые уже были. Да. Благополучно. Раз.
Офигенно, слушайте, мне нравится ваше. Вот я бы вам уже отдал, если честно. Офигенно, раз. Любимая. Честная. Честная, раз, честная, два. Экстравагантно издеваешься, да? Спасибо, Ника. Пока было. Искренне. Раз, два. Я желаю вам. Многодетной. Слышите, да? Я говорю, прилагательное. Я желаю вам быть многодетной. Многодетная, тогда уж говорил, да? Все, многодетная, да, раз. Как элегантная. Даня, красавчик, что шибать? Суперская, вы моя умница, я уже просто у ваших ног. Перспективная. Космическая, только давайте без синонимов. Неврезонённая, раз. Энергичная, раз. Целеустремленная, раз, два, три, продана! Поздно, поздно. Иду знакомиться. Как зовут? Александра. Александра, тебе повезло. Да, ты выиграла суперприз. Один вопрос, Саш. Как ты думаешь, какой суперприз учредили ребята на нашем празднике? Ну, какие-нибудь мысли вообще есть? Десерт какой-нибудь вкусный. Думаю, десерт, да? Представляешь, да? Нет, Саш, уборка зала в конце вечера просто. Вот и все. Да я шучу. Аплодисменты Александре, несу подарок. Саш, я знаю, ты на праздник пришла не одна, да? Как спутника зовут? Никита, вот вам на двоих вот такая классная коробочка Love Is, да, чтобы ваша любовь дальше процветала. Аплодисменты ребятам! Так, ну а мы будем потихонечку продолжать, и у нас на празднике, наконец-то я до них добрался. Знаете, как говорят, то, что соседи, они обычно ближе, чем родственники, да? Потому что рядом живут, часто общаются. Я хочу вас для начала познакомить с человеком, который отвечает сегодня на празднике за безопасность ведущего, то бишь меня, да. Это Сергей, ему отдельные аплодисменты, да. Ну и, конечно, его прекрасно очаровательная супруга Елена. Встречайте аплодисментами! Ой, ребят, замечательный новостный день в жизни. Говорят, что семейная жизнь — это там какие-то ужасы, все фигня. Все классно. Когда люди любят друг друга, все замечательно. Знаете, самое главное в этой жизни совместно, когда будете жить, не только слушать друг друга, но еще и слышать. Так что вперед, по волне, по волнам, в океан. Не бойтесь ничего, когда вы вместе, все ерунда. Желаем вам любви, счастья, детишек, любить, не забывать своих родных и близких, друзей, они тоже очень важны в этой жизни. В общем, всего вам самого наилучшего. Вперед! Это не все. Человек, отвечающий за безопасность, скажу, что весь ваш жизненный путь будет сопряжен со многими сложностями. Впереди будет много радости, будет много каких-то, может быть, вопросов, нюансов, с которыми вы будете сталкиваться. И вы будете их решать совместно. И во всей вашей жизни, на протяжении всего пути, уважайте друг друга. Уважайте друг друга, уступайте друг другу, любите друг друга. Когда вы будете думать о том, как ваш партнер, как ваша супруга, супруг будет к этому относиться, то в жизни будет все хорошо. Не думайте о себе, думайте о том человеке, который проведет с вами всю оставшуюся жизнь. Ну, с самым главным днем вашей жизни. Красавчики. И правильно вы делаете, что вас, да, чувствуете, да, как он остановил, потому что он знает, что сейчас будет время поцелуев. Горько! О-о-о! Тише, 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 это не ваша свадьба, спокойно, спокойно, да. Это гонорар, как договаривались, за безопасность. Спасибо огромное, что вы сегодня вместе с нами. Давайте еще раз за молодых на 3-4, все вместе, 3-4!
Ура! Пока мы курили, да, Ваня ко мне подошел и говорит: Леш, ну, есть такое некое свадебное гадание, да, там погадать, кто будет мальчик или девочка, собрать, кто больше, там и так далее. Вань, во-первых, я тебя приглашаю под аплодисменты сюда, спасибо тебе огромное, да. Но, я говорю: Вань, без проблем, я говорю, мне есть ползунки, там, мы вот это сбегаем, там, как там, свидетели бегают туда-сюда. Он говорит: не-не-не-не-не-не-не-не, это, говорит, неинтересно, все, это, говорит, прошлый век, надоело. И смотрите, что Ванька принес сегодня к нам на праздник. Ваня принес восточные юбки, а? Слышите, как классно звенят, да? Вань, ты как был инициатор, скажи, ты за кого будешь собирать, за мальчика или за девочку? За мальчика, держи тебе синенькую. Помнишь, как мы репетировали на пояс монетами наружу, да? Помоги, чтобы... Нет, 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 ты что, сейчас будет экстравагантный танец живота, чтобы все волчки играли. А вопрос, кто Ване поможет, есть желающие? Я просто напоминаю, что... Нет, молодого человека или мужчину хочу увидеть, да. А, потому что... Да, давай, давай, выходи. Пашка, красавец. Аплодисменты, Паша, что, вам все равно, а ему приятно. Да, Паш, то же самое, на пояс. Вот, молодец. Так, завязывай. Позвони, Вань, звенит. Во, хорошо. Значит, смотрите, у ребят сейчас будет ровно 40 секунд. Они будут бегать, да, чтобы не спрашивали, куда бросать деньги. Я говорю, в копилку. Вы мне говорите, где у мужика копилка. Вот, вот ваши копилки, да, это вот эти колясочки. Будете в них собирать. А вы, друзья, им кладете сколько не жалко на первые пеленки распашонки, да, то есть никаких нету там у нас определенных ставок и так далее. У ребят будет 40 секунд, но у меня одна просьба, уважаемые гости, одно табу. Если ребята просто подходят и говорят: дай, не кладите. Не надо. Пускай прям танцует. Тыщ, ты гадыщ, тыщ, тыщ, ты гадыщ, тыщ, тыщ. Мы 3 месяца репетировали этот танец. Что думаете, просто так, что ли? Да. Поэтому, если не танцует, деньги не кладем. Танцует хорошо, кладем. Напоминаю, те, кто кричал, особенно вот родственники невесты, к вам сейчас обращаюсь, ко второму столику. Те, кто кричал, да, что будет мальчик, подойдите ко мне сюда. Денежку кладем вот сюда, вот в эту вот голубенькую колясочку. Паш, можно тебя на секундочку тоже, да? Пускай, пускай, да. Те, кто кричал, что будет девочка, кладем вот сюда в розовую вот эту колясочку, понятно? А те, кто кричал «двойня», кладут и туда, и туда. Договорились? Все, друзья, ровно 40 секунд. 3, 2, 1, поехали! Вань, ягодицами подвигай, поработай чуть-чуть, чуть-чуть. О, хорошо! Смотри, что Пашка творит! Паша! Ой, а все сидят такие: ой, это мой, Пашка такой красавчик, смотри, как танцует, это мой, да? Конечно, снимайте на видео, да. Завтра выложим на YouTube, да? Подумаешь, так 5 минут позора и миллионы просмотров сразу. 1000 лайков в Инстаграме, браво. Паша бедрами, о, молодец, хорошо. Ваня, Ваня, Ваня. Где, где, Ваня не шевелится вообще, Вань. Ваня, чуть-чуть поактивнее, о. Совсем другое дело. Не гладите, если не танцуют. Пускай оттанцовывается на полную катушку. Опа! Так, так. Правильно, Ника, да, да, да. Скажи, пускай танцует. Что творит Паша, а? Паша просто, смотрите, захватил весь зал, Паша. Ой, Паша, молодец. Ой, ой, что творит Павел, а? Паша, тут тебе уже 3 стола стоя аплодируют. Персонал уже влюбился в тебя просто, честное слово. Остается 5 секунд. 4, 3, 2, 1, стоп. Слушай, ну вы оставьте жениха в покое. Куда пошли? Нет, идите сюда. Идите сюда. Так, Вань, давай. Ну ладно, Паш, давай, ты считай здесь. Да. Чего вы расколачиваете молодых? Оставьте их в покое, им еще пригодятся они, да. Так, Вань, ты давай вот на столе вот здесь считай рядышком. Бухгалтера нужны в помощь или сами справитесь? Сами, да? Слушай, Паш, ну ты прям взорвал сейчас. Нет, ты считай, считай, да. Сиди, я просто так туда подошел. Как вам, Паша? Бомба, да? Тём, у тебя классные друзья, Валь, вообще, Паша прям блух. Я думаю, знаешь что, Паш, впереди сезон корпоративов, вот этот, новогодних. Давай телефонами обменяемся, я тебя буду как шоу-программу продавать. Да. А чё, мне кажется, ребята на самом деле столько денег никогда не зарабатывали. Вот смотрите, за 40 секунд вышли, тыщ-тык-тыщ-тык-тыщ-тык-тыщ, раз, полные карманы денег, а? Плохо. С утра вышли там, где ты живешь, Паш? Ты забыл, где живешь? Я говорю, где живешь? Где?
Чертаново. О, там электрички день рядом ходят, или метро, да? Все, прям сел в электричку в метро. Тыш-тык-тыш-тык-тыш с утра, пробежался два вагона, и все, и на работу можно не ходить. Посчитал? О, а тут смотрите. Как бы танцевал не так круто, а наколбасил денег-то. Да? Ну, сейчас посмотрим. Да, он, наверное, глазами стрелял в тот момент. Не-не, держи в руках. В руках держи. Да. Восточную? А вам это не понравилось? А вот это... Нет, не восточную. Круче? Все, в следующий раз таркана ставим, ладно? Все, мы договорились. В следующий раз будет восточная, обещаю. Мы на музыкальном блоке поставим восточную. Кстати, у нас джамбалес-балес есть, между прочим. Так, ну что, Паш, давай озвучим. Сколько мы собрали за девочку, друзья? Важный момент. И 2000! Аплодисменты! Неплохой результат, 2000 рублей. Ох, страшно подходить. Не, держи в руках держи. Да не коляску, деньги, да. Сейчас объясню, почему. Держи в руках их. Так, так, повернись ко всем лицом. Тут смотри, лицезреют на тебя пустые, да? Вань, сколько собрали за мальчика? 4950. Почти 5000 рублей, аплодисменты! Но, на самом деле, это делается так, и неважно, кто будет первый, главное, чтобы ребеночек был любимый, желанный и здоровый. Все со мной согласны? Давайте наполним бокалы, чтобы выпить за детей. Но, перед тем, как мы выпьем за детей, я хочу сделать видеообращение к будущему малышу. Хорошо? Все, полная тишина. Денис, внимание на нас, да? Включай. Привет, малыш. Это твои папа и мама. У них сегодня замечательный праздник. Свадьба. И ты знаешь, есть такое некое свадебное гадание, когда собирают деньги на первенца, чтобы понять, кто будет, мальчик или девочка. Малыш, раз ты смотришь это видео, значит, ты уже все прекрасно понимаешь. И открою тебе маленькую тайну, что сегодня за первенца собрали 7000 рублей. Поэтому можешь пойти на кухню и сказать: пап, мам, где мои деньги? Понятно? Все, друзья, повыше бокалы со старого поколения этой прекрасной, замечательной семьи. Ура! Специально для наших молодых, с наилучшими пожеланиями от меня и от нашего диджея. Загадал желание быть счастливым самым-самым, и теперь надеждою живу. В нашем танце для двоих расскажу о самом главном, как же сильно я тебя люблю. За ресницами слеза, знаю, плачешь ты от счастья, ведь сбывается твоя мечта. От волнения сердца разрываются на части, и твержу себе я без конца. Самая красивая невеста только у тебя, только у тебя. Не найти мне в этом мире места, не найти мне места без тебя. Самая красивая невеста только у тебя, только у тебя. В белом платье, словно ты принцесса. Небеса, спасибо за тебя. Крепко за руку возьму, прошепчу я осторожно: мы теперь с тобой одна семья. Облюбленные глаза стали нам всего дороже, сам себе порой не верю я. Самая красивая я.
тебя, только у тебя. Не найти мне в этом мире места, не найти мне места без тебя. Самая красивая невеста, только у тебя, только у тебя. Еду к тебе, словно ты принцесса. Небесам спасибо за тебя. Только у тебя, не найти мне в этом мире места, не найти мне места без тебя. Самая красивая невеста, только у тебя, только у тебя. Словно ты принцесса. Небесам спасибо за тебя. Небесам спасибо за тебя. И здесь снова можно подарить бурные аплодисменты нашим молодоженам Артему и Валентине! Артем, ну, ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю, мы с тобой редко видимся, конечно, вот. Но при всем этом, когда каждый раз я тебя вижу, я говорю тете Ире это, я вот безумно в душе искренне радуюсь этому. То есть с друзьями, с кем угодно ты такого не испытываешь, как с семьей. Вот, я очень рад, мы очень горды, что вы решились на такой шаг, создать семью. Ну, как бы я не особо эксперт в своем возрасте, там, и любви какой-то, но семья для меня это вот реально святое, и я очень горд за вас, вот. Я немножко добавлю, вы знаете, как я просто, сынок тоже большой уже, я, знаете, как вот, как мама, я очень хочу, чтобы Валя всегда и так продолжала смотреть на Артема таким любящим взглядом. Я желаю это всем мужчинам, чтобы женщина всегда, она его искренне любит, это чувствуется все тепло, которое в ее взгляде передается. А Темка, ну, он у нас, знаете, он настоящий, ну, как тыл, как крепкий дуб, как стена, за которую, о которой мечтает любая женщина. Он добрый, порядочный и всеми нами любимый. И мы надеемся, что теперь наша семья такая огромная-огромная стала, что мы будем друг друга узнавать, и в этот вечер будем, как бы, да, все вместе танцевать. У нас еще, я так понимаю, только горячая часть начинается, еще торты, танцы. Вот, поэтому всех вас поздравляем, любим. Спасибо за Валечку. А это наш Темочка. Ребята, любим вас, да. Ну что, аплодисменты за прекрасное поздравление. Артем и Валя, хочу поздравить вас с этим прекрасным днем. Сегодня вы начали свой путь. Я хочу пожелать вам, чтобы вы прошли его и прошли его достойно. Чтобы все трудности, которые встречались, ну, будут встречаться на вашем пути, вы решали вместе, чтобы слышали друг друга, чтобы понимали друг друга, чтобы шли навстречу друг другу. Желаю вам любви, счастья, пополнения вашего семейства.
Валечка, я хочу тебе сказать, что сегодня ты очень-очень прекрасно выглядишь, просто настоящая принцесса. Я прям влюбилась в тебя. Очень красивая. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Спасибо. Говорят, покуте мужчина и женщина – это существа с разных планет. Я хочу вернуться к Марте и сказать, что нужно слышать друг друга, слушать друг друга, понимать друг друга и проговаривать все ваши проблемы. Тогда у вас будет взаимопонимание, а любовь, она есть уже. Счастья вам, любви, всего-всего, чего вы хотите в вашей жизни. Исполнение всех ваших желаний, всех ваших планов. Всего вам доброго. Ну и, собственно, я присоединяюсь к моим женщинам. Желаю всего-всего-всего самого наилучшего. Самое главное – понимание, терпение. Вот это вообще прям основа семьи. Поверьте, знаю. Вот. Здоровья вашим родителям, вашим близким, вашим будущим детям. И, собственно, ведущий здесь ломает стереотипы такой, ну, типа, горько там целуются там гости. Мы считаем не так, мы старые закалки. Так что пусть не погаснет никогда счастливой жизни зорька. Пусть будет сладко вам всегда. Ну, а сегодня... Молодцы, ребята. Андрей единственный, кто услышал, как правильно надо говорить в микрофон, да, потому что и Марта, и Людмила почему-то говорили все-таки вот так. А надо было вот так. Марта, да, ты возвращайся. Людмила, я хочу вам задать вопрос. Как сынок целуется, видели? Видели? Стой, 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 куда побежал? Возвращайся. Я ломаю стереотипы, да. Ты подожди, ты сейчас закинул камень в огород ведущего, зря ты это сделал. Потому что дальше стриптиз, и я знаю, кто точно на него пойдет теперь. Да ладно, Андрюш, я шучу. Просто вам с Мартой горько, извини. Горько! О-о-о! Прям по-взрослому. Андрюша, мама что-то нервничает начинает, дыхание участилось. Аплодисменты, ребят, спасибо огромное вам за поздравления. Ну что ж, как говорится, под горячее, давайте еще одно поздравление, и потом нас ждет увлекательное путешествие в мир музыки. Сейчас объясню, о чем я говорю. У нас прекрасная, замечательная семья, да, которая тоже очень любит целоваться, да, Артем, я правильно говорю, да? Да? Ты понимаешь, о чем я? Артем и Татьяна, их прекрасное маленькое юное создание, Евочка, друзья, встречайте аплодисменты нашу прекрасную, предзамечательную пару. Ребята, мы вас хотим поздравить с одним из главных дней в вашей жизни. Семья – это уже мощно. Вот, самое главное – всегда держитесь за руки. И самое главное, наверное, в семье – это любовь и уважение. Уважайте друг друга. А тебе, Валя, я пожелаю, чтобы в любой ситуации, в горечи, в радости, самое главное – в секрете. Муж тебя всегда поддерживал. Тёма, я хочу поздравить с мужским шагом, то, что ты решился на это. Почти. Я думал, я понять, потому что крепкая спина, крепкий характер. Главное, чтобы характер держался до конца. Счастья вам, любви и здоровья. Спасибо. Замечательное поздравление. Сейчас Артём сказал, ты молодец, ты решился на это. И я прям, у меня такой флешбэк с моей свадьбы. Когда вот Аркаша, диджей, знает, Денис встал и сказал: «Ну давай, братан, пока». Это было его поздравление мне. Не убегай, не убегай, Танечка, не убегай. У тебя брутальный, харизматичный, немножко прям непрепилированный. Горько, ребята! Горько! 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 Там все, все, все. Ева ничего не видела, Ева убрали, все нормально. We'll be right back.
Полная тишина, я Артему предоставляю слово, и он будет признаваться в любви своей красавице-невесте. Красавица-невеста моя.
Валя, ты сегодня очень красивая. Ну, в принципе, ты всегда у меня красивая. Вот. Я рад, что я с тобой встретился, что у нас с тобой все хорошо, что у нас, мы с тобой развиваемся, идем к каким-то целям дальнейшим. У нас все по нарастающей. Надеюсь, все будет дальше у нас так идти вперед и... Я не плачу. В общем, Валя, я люблю тебя. Надеюсь, у нас все будет хорошо. А теперь, уверен, все хотят лицезреть ваш поцелуй. In the middle of night. Она идет к тебе. Иди сюда. Ну, поцелуйтесь, потом ее признание, конечно. Так. Ну что ж, скрепили поцелуем признание в любви Артема, да? Валечка, теперь твоя очередь. Мы все во внимании. Особенно посмотри, столик прям за тебя переживает, прям трясутся все. Тёма, я очень рада, что я тебя встретила. Мы с тобой очень долго шли к этому дню. Я надеюсь, что у нас все с тобой будет очень хорошо, как и сейчас. И я тебя тоже очень люблю. Сто 160, 170, 180, 190, 210, 210, 220, 230 квадратных метров жилплощади будет на нашей молодой паре. Аплодисменты жениху и невесте. Дядь Саш, устраивает, да? Хорошо, все, отлично сделали. Все, ребята, занимают самые главные почетные места на нашем празднике. Будем продолжать марафон поздравлений. Ребята, у которых в сентябре тоже будет прекрасный праздник, свадьба, да, они сейчас будут поздравлять. Встречайте аплодисменты, это Никита и Александра! градусов, помни. Да. Валя. Там извини, конечно, что звали, потому что Валя моя лучшая подруга. Валя, я тебя знаю как человека очень целеустремленного, человека, который всегда ставит перед собой какие-то цели, задачи, и достигает их, ну, несмотря ни на какие сложности и трудности в своей жизни. Я хочу, чтобы ты оставалась такой же вдохновляющей, такой же процветающей в отношениях с Артемом. Чтобы Артем тебе во всем помогал, никогда тебя не обижал. Вы были единым целым, пришли так в жизнь дружно, весело и были любящей семьей. А от себя хочу добавить, что обязательно у вас двоих в будущем все будет идеально, прекрасно, и что когда вы приведетесь к чему-то вместе, у вас обязательно все получится. Море по колено вам. Будет море по колено. Куда вы пошли-то? Тише. Да, у вас в сентябре свадьба. Да, кстати, я забыл сказать, что Никита и Александра всех приглашают 19 сентября к себе на свадьбу. Да, спасибо, ребят, мы тоже придем. Обязательно, смотрите, как все благодарны. Четвертый стол! Мы вас ждем! Ванька, я с вами погуляю, наконец-то! Не в качестве ведущего, а в качестве гостя поеду, ура! Да, поэтому вам будут кричать «Горько» в любом случае. Давайте порепетируем, да? Все, «Горько» ребятам! Смотри, не отпускает прям, у всех схватило. Ребят, спасибо вам огромное, эти аплодисменты вам. Открою вам маленький секрет. Вот такой чисто профессиональный секрет ведущего. Когда люди хорошие, молодые, хорошие, время просто неумолимо бежит вперед. Его катастрофически не хватает. А вот когда не очень как-то клеится свадьба, то, соответственно, и время стоит на месте. Как не посмотришь, только 2 минуты прошло. Не посмотришь, 7 минут прошло. Думаешь, когда же она закончится, да?
Поэтому приходится немножко побыстрее гнать наши поздравления. И я хочу сказать, что у нас на празднике прекрасный, замечательный человек с шикарной белоснежной улыбкой, да, с прекрасным чувством юмора. Я про тебя сейчас, тебе дифирамбы пою. Конечно, да. Это двоюродный брат жениха Павел и его прекрасная, очаровательная супруга София. Друзья, встречайте аплодисментами! Все сегодня поздравляют, желают счастья на будущее, но на самом деле никто не знает о том, что наша пара прошла самый сложный этап в жизни любых мужа и жены. Это ремонт. Они сделали его, они справились, они не разошлись. И теперь мы их наблюдаем вместе. Так что у вас все будет хорошо. Ребята, я вас тоже поздравляю, присоединяюсь ко всем поздравлениям. Ну, как всегда, счастья, здоровья. Олег, хочешь посмотреть, как они целуются? Сейчас сделаю. Подожди, София, я хочу проверить, насколько у тебя качественная помада. Посмотреть, будет ли у него потом губы красные, как у тебя, или нет. Горько, ребята! Горько! 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 Пока бы не стирай! Я хотел, чтобы ты прям в камеру сделал. Ребят, спасибо вам огромное, эти аплодисменты вам! Значит, смотрите. Первое. Я сейчас болею за тебя, Вик. Да. Причем, я тебе скажу больше, я на тебя поставил $100. Да. Поэтому, ну и что? Пускай коллекционирует с молоду. Да. Этот букет не говорит о том, что завтра надо срочно, да, выходить замуж. Он принесет деньги, счастье, удачу, успех. Переть будет так, как никогда еще не перло, поверьте мне. Да. Дальше. Я хочу сказать вам, как за свое счастье нужно бороться. Вика, слушай внимательно, сейчас на тебя работаю. Выпрыгиваешь, одной бьешь, хш, с локтя, хш, апперкот и хш, поймала букет. Понятно? Только так. Дальше. Я вас хочу предупредить, что наша красавица-невеста является чемпионом Москвы и Московской области по метанию ядра. Поэтому, если кому-то куда-то прилетит, увы, так то и надо, понимаете, да? Все. Валь, готова? Не надо в потолок, чуть-чуть назад. Только сильно не швыряй, умоляю, ты реально кого-нибудь собьешь. Разговаривать будем с букетиком или сразу бросаем? Сразу бросаем. Уважаемые гости, помогите на раз, два, три, хорошо? Итак, все готовы? Поехали! Раз! Два, три, бросай! Борис, Борис, Борис! О, аплодисменты! Давай, фото на память, фото на память. Не надо, не, ну зачем, зачем, оставь, все честно. Давайте фото на память. Валечка, иди к нам. Вот сюда, в объектив смотрим. В объектив смотрим, в объектив. Улыбаемся, улыбаемся. И в объектив, смотрим в объектив, да. Ну что ж, мы желаем, чтобы действительно этот букетик вам принес вот это все счастье, успех, любовь, денежки, здоровье. И все нормально, все хорошо, поверьте мне. Ну что ж, друзья, значит, невеста может делиться своим счастьем, а мы, мужики, что? Какие-то не такие, что ли? И мужчины придумали, да? Что придумали мужчины? Что придумали мужчины, кто знает? Подвязку, да. Ну, у нас мы чуть-чуть модернизировали. Да, мы будем бросать бутонерочку, да. Поэтому я хочу Артема, да, пригласить. Выходим! Пойдем. Motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit.
rock stool, niggas. Drop a room, niggas. Get you in the night or early in the afternoon, niggas. We taking your whole shit while we pass through. Open the shirt off your back, niggas. Run that too. I catch you backstage. Give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Take off them Gucci shades. I get my dog. Все, поворачивайся спиной к своим вот эта бригада, которая вышла. Итак. Ребят, с вами тоже, да? То есть эта бутонерочка не говорит о том, что все, завтра надо вот этого, да, идти там жениться, шкандалы, все плохо, да, и вообще там что-то пойдет не так. Нет, она тоже принесет все самое крутое, поверьте. Поэтому, Паш, чуть поактивнее, а? Еще прям выплюнул, и все, и поймал, чтобы никто ничего не... Что ты его толкаешь? Он хоккеист, он сейчас толкнет в ответ, что мало не показывает, печатался, да? Ладно, Артем, готов? С тобой сделаем проще. Поднимаешь, говоришь: «Прощай, моя холостяцкая жизнь!» И назад. Договорились? Все, полная тишина, друзья. Тихо. «Прощай, моя холостяцкая жизнь!» Бросай! Ну-ну-ну-ну-ну! Никита, аплодисменты! Кто бы сомневался, 19 сентября-то, да? Никит, куда пошел? Давай фотографию на память, да. Он так обрадовался, что убежал, потому что он пообещал Александре, что он поймает. И если бы сейчас не поймал, 19 сентября встало бы под угрозу. Вот сюда, да, посмотрим в объектив. Тём, сделай прям, что-нибудь такое. Ой, давай, молодцы, ребят, конечно. Может, похулиганить немножечко сегодня. Всё, да, проходимся опять по столу. Зависит заранее, мы не такие красноречивые, как... Мы не готовы. У нас как 70 на обезьяном в голове бьет тарелка. 45 градусов. Ребят, мы очень рады за вас. Спасибо, что вы пригласили нас в этот замечательный день. Мы желаем вам, чтобы вы оставались не просто... Точнее, стали не только друг другу супругами, но и настоящими друзьями. Чтобы вы друг друга поддерживали, жили в гармонии, счастливой вам жизни. Мы очень искренне за вас рады, очень сильно любим вас. Вот. Передали слово Ване, он так что-то мне прям говорил. Поддерживаю я свою жену. Желаю вам много-много детей. Серёжа. В общем, любви вам и всего самого лучшего. Будьте счастливы вместе. Горько! Машка. Ребят, ну тут уже много чего сказали. Самого-самого хорошего, самого доброго. Вы самые красивые в этот день. Это ваш самый замечательный день в жизни. Хочу пожелать вам только одного, чтобы у вас поскорее в доме был смех, звонкий смех вашего малыша, вашего первого малыша. И неважно, правда, кто это будет, девочка это или мальчик, это будет просто прекрасно. Тёма говорит, мальчик. Но это не точно. Мужу передаю слово. Между прочим, я хотел вам пожелать, чтобы вы, несмотря на то, что, малыш родится, 100%, там все хорошо, но хотел бы, чтобы вы не забывали о том, что вы друг другу товарищи, и, вы должны друг друга беречь, потому что есть бытовые проблемы, есть, есть вещи, которые там уже за ширмой красивой свадьбы и так далее, там, уже в жизни. И помните друг друга, надо беречь, вот, идти друг другу на уступки, и, ребят, будьте счастливы. Ура! Очень рад на вас, ура! Ну, Борька, да? Нет, у нас тут еще маленькая просьба, наверное. Не знаю, многие, наверное, знают или не знают, у нас Валя является мамой крестной первенца нашего. И мы бы хотели Артёму предложить стать крестным отцом нашего второго ребенка. Ты согласен? Спасибо. Да? Спасибо. Борька! Борька!
стоять, 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 стоять. Кто-то внезапно крикнул «Горько», и Паша начал целоваться с Ваней. Шутка. Сереж, черный бумер, ты проходи, присаживайся, да. А вот две замечательные пары у нас. Вы там разделитесь нормально, по-человечески, да, у нас не меньшинство, все нормально. Паша, Катя, Ваня, Ника, Горько, ребята! Горько! Горько! О-о-о. Что творят, ребята? Все, все, достаточно. Аплодисменты, спасибо вам огромное за ваше поздравление. Ребят, потихонечку засыпайте, а я буду рассказывать, откуда вообще берет истоки эта церемония. Это не наша церемония, она пришла к нам с Гавайи. Там очень сильное солнце, и можно найти совершенно разный разноцветный песочек. Белый, черный, красный, синий, зеленый. И как я уже сказал, что один песочек олицетворяет одну семью, другой песочек другую. Смотрите, ребята засыпают, и этот песочек перемешивается. И даже если мы захотим его высыпать обратно и попытаться отсоединить вот эти серые песчинки отдельно от бирюзовых, у нас ничего не получится. Почему? Потому что они настолько сильно переплелись, так же, как и две семьи, уважаемые гости. Теперь мы стали одной большой семьей. И все эти родственники, и все эти друзья, которые сегодня пришли поддержать ребят в этот красивый, замечательный момент, когда они досыпят полностью эту колбочку до конца, они ее закроют. И как раз это и будет стоять у них дома и напоминать о сегодняшнем прекрасном, замечательном празднике, о дне их свадьбы. Поддержите аплодисментами, смотрите, практически готово. Посмотрите, какой красивый узор получился. Закрывайте ее. И прям вдвоем повыше поднимите, покажите, посмотрите, какая красота. Вот, вот этот новый, как будто бы домашний семейный очаг, который будет символизировать, да, и стоять у ребят дома и напоминать про этот замечательный праздник. Ребят, оставляйте эту бутылочку у себя, ставьте ее на стол, пускай она уже привыкает к новым владельцам, к новым хозяевам. Ну что, уважаемые гости, а у нас есть предложение буквально чуть-чуть подвигаться, после чего от нашей молодой пары вас всех ждет очень интересный, замечательный, я бы даже сказал, вкусный подарок. Все, буквально через 10-15 минут, уважаемые гости, мы продолжим. Давайте бурными аплодисментами, уважаемые гости, встретим произведение кулинарного искусства «Свадебный торт». Я попрошу всех встать, Россия! Какая красота! Россия! Россия! Артем, на фотографа смотри периодически. Давай, Россия! Давай, давай! Давай, красиво! Так, фото видео сделано. А теперь, уважаемые гости, ребятам предстоит очень непростая задача. Им сейчас будет необходимо самостоятельно, без помощи персонала этого прекрасного заведения, отрезать три кусочка. Как вы думаете, ребята с этим справятся? Да? Ну давайте проверим. Ребят, берите ножичек, лопаточку. И мы будем смотреть, как легко и непринужденно у вас будет получаться. Молодец, Валя, взяла ножичек, да. Да, Артем теперь будет у нас работать с лопаточкой. У тещи где-нибудь на даче, да, газонная лопаточка его там ждет. Теща найдет применение, я думаю, да? Так. Пока ребята отрезают, я хочу немножко рассказать про этот тортик, уважаемые гости. Он сделан по специальной технологии, по спецзаказу. И, прекрасные дамы, внимание, этот тортик содержит 0,0,
0-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 0
никаких лишних килограмм вам не грозят. Дальше, видите вот эти цветочки, мужчины? В этих цветочках содержится мужская силушка. Да, так что после этих цветочков ваши дамы будут носить вас на руках. Аплодисменты, есть первый кусочек. Пока ребята отрезают второй, третий, я хочу поделиться с вами информацией. Ну, Сергей знает, он давно в ивент-индустрии, поэтому да, он не один, не у одной группы концертный администратор. Первый кусочек, оставляйте, отрезайте третий пока. Первый кусочек, самый вкусный, достается ведущему, ребят, спасибо огромное. Наконец-то. Мы хоть стали с моим другом, с диджеем, с Аркашей, да, пробовать тортики, а то все мимо нас уходили, к сожалению. А вот не зря я попросил ребят отрезать именно три кусочка, потому что вот этот второй, третий кусочек в знак любви и уважения ребята будут вручать своим драгоценным мамочкам. Там просто Владимир Владимирович на линии, поэтому необходимо было. Вручайте своим мамам в знак любви и уважения. Друзья, поддержите ребят аплодисментами. Скоро много на воды натекло, скоро тепло, скоро экстаз. И эта музыка доходит до нас, делаю шаг. Ну что ж, вы, наверное, поверили, да, что я первый кусок заберу себе? Нет, нет. К радости для вас, к нерадости для меня. Первый кусочек, традиционно, что с ним делают? Продают, правильно. Вы, наверное, сейчас подумаете, что мы устроим буржуйские торги. У меня есть 1000, у меня есть 2, у меня есть 5, я выиграл, да? Нет, друзья, мы не будем этот кусочек продавать за деньги. Мы его сейчас будем продавать за ваше обещание. А именно, вот, к примеру, Паша поднял руку, я подхожу к ним, да? И Паша говорит: ребят, мы за первый кусочек вот этого самого вкусного символа, да, счастливой семейной жизни, подарим вам билеты в кино на экранизацию, не знаю, последнего там какого-то кинофильма с режиссером Бондарчуком. Образно, да? Даня поднимает руку, я подхожу к нему, даю микрофон. Даня говорит: а я приеду вместе с Наташей к вам домой в это воскресенье и сделаю генеральную уборку всей квартиры, включая мойку окон, да? Ну, поняли, да? То есть, как бы, кто готов поторговаться за этот первый кусочек, прям поднимайте руку, и я иду сразу. Вика, иду к вам, иду. Обещаю раз в месяц на выходной забирать ребенка. О, подарите аплодисменты. Раз в месяц на выходной забирать первенца. Это очень важное обещание. Так, кто еще готов? Да? Поднимайте руку или нет? Это вы кому сейчас машете? Я не пойму, мама, мне или Вике? Кто еще? Паш, бегу. Чуть тише музыку. Паша, Паша. Обещаю вас встретить у себя на даче и сделать супер-мега вечер барбекю. Вот, для вас со самыми вкусными бургерами в мире. И, как на ваш вкус, напитками. Паш, можно я тоже с ним приеду? Спасибо огромное. Пашке аплодисменты. Такой вот вечер барбекю на даче. Так, Ваня, Ваня, да? Поднимал руку? Давай. А мы будем по жизни с вами, друзья, идти все время. Самое мимимишное обещание на сегодняшний вечер. Вика, бегу к тебе, давай. Обещаю за месяц сделать ту картину, которую ты заказала. Картину нарисовать ты рисуешь? А что с ней? А, собрать картину, которую обещала, да? Аплодисменты, Вика, хорошо. Еще есть кто готов что-то пообещать? Даня, я не сомневался в тебе. Вечер незабываемой итальянской кухни и плюс PlayStation FIFA 20. Итальянская кухня, после чего покушали и пошли играть в FIFA. Аплодисменты, Даня, хорошее обещание. Есть еще кто... Так... Бегу, бегу, бегу. Надежда, да, правильно? Надежда. У меня коммерческое предложение. Я обещаю вам оказать услугу воспитания ребенка дошкольного возраста, психологическую. Я педагог-психолог.
Аплодисменты, друзья, превосходное обещание, супер. Так, вот здесь ребята поднимали руку, бегу. Так, ребята, мы с вами едем в отпуск, мы там собираемся в казино тоже затусить. Я за вас сделаю первый взнос, который вам даст 1 000 000, ну, как минимум. В общем, да. Вот это тоже такое коммерческое предложение. Аплодисменты, здорово. Так, еще есть обещания? Опять вы? Хорошо, давай. Ну, это же разные люди, они не вместе, ага. Обещаем вам каждую зиму катать на хаске. И снова нотка мимимишности пришла в наш вечер. Так, еще есть обещания? Все, обещаний больше. Так ты уже обещал, хватит уже, достаточно. Уже про фифу и итальянскую, у меня уже слюна потекла. Все, хватит, Даня. А то я их тебе напрошусь, не только к ним на дачу, а еще... Все, достаточно, ты тоже пообещал. Вечер НХЛа. Все, на это начались уже торги. Все, ребят, давайте несколько секунд. У нас первый семейный совет. Пускай думают, какое же предложение, какое же обещание больше понравилось. Так, думаем, интересно. Да, ну вот мне, например, вот Паша предложение очень понравилось. Да, вот у ребят очень предложение понравилось. Да. Интересно, кто же все-таки победит? Кому достанется самый вкусный символ счастливой семейной жизни? Вон. Так. Смотрите, как ребята умеют хитрить. Да-да-да. Тын-тын-тын-тын. Вот так вот бывает на свадьбах, видите? Смекалка. Мне интересно, на сколько кусочков они раздербанят его сейчас? Так, на 2 кусочка. 1 кусочек достается ребятам, которые обещали казино. Аплодисменты! И Паша, который обещал вечер барбекю. Аплодисменты! Ну что ж, я всех приглашаю к столу, в том числе и жениха с невестой, всем остальным, уважаемые гости. Этот прекрасный, замечательный шедевр достанется совершенно бесплатно, потому что спонсором этого тортика являются наши молодожены Артем и Валентина. Аплодисменты ребятам! Очень печально, что эта свадьба подходит к логическому завершению. Не хочется прощаться с прекрасными, замечательными людьми. Школьный друг жениха Артем и его прекрасная, очаровательная спутница Катя. Встречайте! Дорогие друзья, Артем и Валя, мы с вами дружим уже очень давно. Я вам хочу сказать честно, вы для нас огромный пример для подражания. Каждый раз, когда я смотрю, как вы решаете какие-то совместные вопросы, как вы, я не знаю, распределяете время, отдых, что угодно, дела, какие-то цели и добиваетесь их, для меня это огромный просто мотиватор. Я очень вдохновляюсь, и Катя тоже. Мне кажется, каждый должен с вас брать пример. Когда я вас смотрю на вас, мне кажется, вот вы, ребята, можете свернуть горы, вас вообще даже не догнать, нам даже лучше не пытаться никому. Вот, вы не просто 2 отдельных сами по себе очень классных, интересных и веселых человека и красивых, особенно Валя. Ну, Артем тоже сегодня очень хороший. Вы очень сильный союз, очень молодая семья, которая достойна премьеры и подражания. Тём, мы с тобой очень много общались, что сейчас очень быстро летит время. Я хочу вам пожелать, мы с Катей хотим вам пожелать, чтобы вы радовались каждому совместному мгновению, чтобы любой ваша победа, праздник вы встречали очень громко и с красками, так сказать, со вкусом. Вот, и я вам желаю максимально успехов. Ребят, мы с вами, мы вам всегда будем помогать и поддержим вас. Вы супер. Пока кто-то там шепотом где-то там тисит. Вот это басата к нам за кулисы. Прет это так, а мы в пятером. Катюш, спасибо тебе огромное за эти слова. Здорово прозвучало. Добавишь что-то? Вот мы вас поздравили с этим семинарным событием в вашей жизни. Пожелать вам много любви. Тихо. Вы очень хорошо дополняете друг друга. Вы очень красивая пара. Пожелать вам, конечно, много детишек. И просто будьте счастливы. Ура! На Карибах
покорить мир, как его покорил Бах. Артём, Катя, подожди, куда ты побежал? Настало ваше время, вы не будете исключением, конечно. Ты же говоришь, берешь пример жениха и невесты. Вот и берите пример, как они целовались, покажите нам. Горько, ребята! Аплодисменты, спасибо огромное. Какие-то типы качают головой в ритм с таким видом, мол, узнали себя они там в наших. Знаете, друзья, у нас есть пара, она уже просто переживает так. Вот я прям чувствую, я к ним подхожу и чувствую от них прям холодочек, и вот трясется что-то. Вот знаете, тогда да, уже они мандраж такой легкий. Потому что, мне кажется, уже перепоздравляли, уже сказали все, что можно было, да. Я не знаю, что они сейчас будут говорить. Я просто хочу, чтобы вы встретили бурными аплодисментами. У нас друг из университета жениха, да, это Олег и его прекрасная очаровательная невеста, да? Невеста, невеста. Яночка, друзья, встречайте! Тёма и Валя, поздравляю вас, во-первых, с таким прекрасным праздником, событием. Столько прекрасных слов уже вам сказали. В свою очередь хочу пожелать вам, чтобы вы берегли и ценили те чувства, которые испытываете друг другу сейчас, наслаждались каждым моментом, прожитым вместе, любили друг друга и дорожили друг другом. Мы очень рады за вас. Соединили ваш союз. Счастья вам. Спасибо. Ага, не зашел, да, я все, стой. А я стою специально и смотрю, поместится или нет. Не поместился. Ну все, теперь вам настает ваше время, да? Олег, Яна, горько, друзья! Горько! Горько! Все, уже подустали, все уже чувствуется, да, еще и тортик подошел, чай, да? Уважаемые гости, есть еще одно финальное, заключительное поздравление. Артём, Валь, можно я прямо вот зачитаю, как вы мне написали, я прошу? Можно? Не помнишь? Да ничего страшного, нет, не переживай. Можно? Значит так, зачитываю. У нас есть подруга детства невесты, Юлечка. И в описании про Юлечку написано. Подруга детства, вместе учились, очень веселая. Любит шутить. Когда мы вместе, она всегда смеется. Ну, видели сегодня, да? Да, видели? Я вот сейчас про Юлечку говорю, чтобы вы понимали, вот это в голубом костюме, да. Любит тусоваться! А, классно, все видели, как сегодня Юля тусуется, да? И в конце два слова. Есть муж. Понятно? Юль, аплодисменты тебе, тебе предоставляю слово поздравить Артёма и Валю. Я сначала немножко скажу про Валюшу. Для меня она не просто подруга, она всегда понимающий человек, которая готова всегда выслушать, поддержать. И я уверена, что она для своего мужа будет такой же понимающей женой, поддерживающей. Будет всегда его поддерживать, любить. Я помню, как вы познакомились, помню Валюшины переживания по поводу вашего знакомства. Помню, как первый раз она меня позвала в Воронцовский парк, чтобы мы все вместе втроем пошли. Я помню, мы встретились, Артём такой серьезный, и я после встречи такая, ну точно, это будущий Валин, такой прям деловой парень. И вот сейчас я на вашей свадьбе. Я хочу вам пожелать, главное, чтобы вы уважали друг друга, уважали интересы друг друга, были вечной поддержкой друг другу, чтобы ваши... День человека,
встречи. На вашем семейном пути было только море любви, счастья, радости, чтобы только были позитивные моменты, яркие, а все плохое обходило вас и ваших близких стороной. С праздником вас! Ну что ж, а Юлечке Горько мы кричать не будем, потому что она придет домой и с мужем сама решит, горько им или сладко. Юленька, держи, тебе шоколадка, она поднимает настроение. Я очень надеюсь, что у тебя на глазах сейчас слезы радости только, хорошо? Аплодисменты Юле, друзья, прекрасное, замечательное поздравление прозвучало. Ну что ж, у меня осталось немножечко подарков, я их обязательно раздам. Уважаемые гости, скажите мне, все сегодня успели поздравить нашу молодую пару? Всем дал слово? Никого не упустил, да? Сегодня очень много слов было поздравлений сказано от вас. Можно я тоже ребят поздравлю? Просто мой вечер подходит к логическому завершению. Ваша-то свадьба продолжается. Это я просто заканчиваю работать. Я хочу вернуться к истокам и вспомнить то время, когда ребята были совсем маленькие. Да. Вот представьте ситуацию. Помните, когда дети ходили вот в этих комбинезонах шерша, вот это зимой, да? Были же такие? Вот представьте, Артем гуляет, вдруг споткнулся, упал, испачкался. Пришел домой, расстроенный. Мама говорит: ничего страшного, но чтобы это было первый и последний раз. Или Валя, допустим, училась в школе, в институте, там, неважно. Вот сдала не на пятерку экзамена, а на четверку. Пришла домой, расстроенная. Мама говорит: ничего страшного, но только чтобы это было первый и последний раз. Вот я... Наш замечательный видеооператор Денис, Аркадий, диджей, да, вся наша команда, фотооператор Андрей. Мы желаем вам, чтобы вот этот день, самый счастливый день в вашей жизни, сегодня, 31 августа 2019 года, был первый, а самое главное, последний раз. Понятно? Чтобы больше никаких свадеб. Все. Вот как вот все поставили, сказали друг другу «да», вот на этом все. Понятно? Друзья, давайте еще раз подарим бурные аплодисменты жениху и невесте Артему и Валечке. Вы очень клевые, вы очень классные. Я прошу подарить отдельные аплодисменты нашим красавицам-мамам, которые сегодня здесь, вместе с нами, да, радуются и делят этот прекрасный праздник. Прошу подарить аплодисменты всем гостям и родственникам, друзьям и соседям, которые сегодня тоже разделили этот самый важный день в жизни ребят. Хочу попросить отдельные аплодисменты фотооператору Андрею. Андрей, махни ручкой, да. Благодаря ему вы завтра будете лицезреть себя на обложках самых топовых журналов. Отдельные аплодисменты Денис, видеооператор. Денис, махни тоже ручкой, чтобы ребята понимали, что это ты. Вот, это он, да. Он занят своим делом, он как рояль в кустах. Но поверьте, ролики будут супер. Он работал и у меня на свадьбе. Открываю вам маленький секрет. Давайте подарим отдельные аплодисменты всему персоналу этого прекрасного ресторана, да. Банкетного зала «Союзный». Ребят, это вам аплодисменты. Спасибо вам огромное. Ну и отдельные аплодисменты моему другу, коллеге Аркадий, диджей Арк, который сегодня для вас работал. Аплодисменты ему. Ну что ж, я вынужден с вами попрощаться. Хочу попросить прощения, если с моей стороны сегодня что-то было не так. Всем хочется пожелать самое главное чего? Ну, конечно же, любви. Потому что если бы не было любви, Ян, не было бы тебя. Дань, тебя бы не было. Паш, тебя бы не было. Понимаете? Леночка, вас бы не... Не, Вань, ты бы все равно был, конечно. Шучу. Все, друзья, всем респект, уважение. С вами был Соколов Алексей. Ребят, с праздником! Пока!